Дорогие друзья, находясь на поприще Великого Поста, не раз мы с вами замечали, не первый год, как иногда это время проходит трудно. Ну, потому что постясь, а имеется в виду не только, когда мы наш физический пост себе устанавливаем, а именно, когда мы проверяем наши отношения с Богом, пытаемся их сами для себя определить, вновь и вновь обновить, мы чувствуем, видим, замечаем, насколько сильны те силы, которые нас всегда с этого пути сбивают, проникая в нас через раздражение, через суету, через многомыслие. И вот 40-дневный пост, плюс, конечно же, Страстная Седмица, когда мы будем идти рядом с нашим Господом Иисусом Христом, этот пост для нас является школой, которую мы ежегодно проходим. Но это своеобразные курсы повышения духовной квалификации. Это то время, когда мы сами себя испытываем. Но испытываем в чем? Да не в том, что мы способны выдержать некое правило. Да не в том, что мы способны взять на себя подвиг и 40 дней его нести. Мы понимаем, что это лишь те инструменты, которые нам помогают оставаться добрыми христианами. А ведь за каждый Великий пост нам еще нужно и стать лучше. Критериев этой лучшести у нас нет. Лишь только наше сердце, которое весь Великий пост общается с Богом, в пасхальную ночь нам подскажет, насколько эту школу мы с вами закончили благополучно. И не надо нам оценок, не надо нам медалей, не надо нам дипломов. Нам нужен только наш Бог, Господь Иисус Христос. И мы хотим быть как можно ближе к Нему. Поэтому в этой школе духовной жизни мы делаем все возможное, чтобы Бог был к нам близок. А близок Он к нам становится только через добрые дела и любовь вместе с нашими близкими. Вот пускай эта любовь ни на мгновение не перестает в нашей жизни. И тогда в пасхальную ночь мы обнимем друг друга и будем рады смотреть друг другу в глаза и восклицать о том, что наш Господь уничтожил смерть навсегда.